Три товарища, Сергей Михалков. Жили три друга товарища в маленьком городе Н. Были три друга товарища, взяты фашистами в плен. Стали допрашивать первого, долго пытали его. Умер товарищ замученный и не сказал ничего. Стали второго допрашивать. Пыток не вынес второй, умер. Ни слова не вымолвил, как настоящий герой. Третий товарищ не вытерпел, третий язык развязал. Не о чем нам разговаривать, он перед смертью сказал. Их закопали за городом. Возле разрушенных стен. Вот как погибли товарищи в маленьком городе Н.